Именно этот участок города Сарыагаш считается самым густонаселенным, и здесь энергетики компании Оңтүстікжарықтранзит протягивает самонесущий изолированный провод, который предназначен для высокого напряжения и повышает безопасность электропередач. После того, как закончим новую линию, будет абонирование, то есть в дома пойдут новые кабели, а старые линии демонтируются. Чтобы провести 12 километров линии, то Оңтүстікжарықтранзит понадобилось установить около 450 железобетонных столбов. Данный участок насчитывает более 650 абонентов. Таким образом, проводимые работы направлены на дальнейшее качественное обеспечение потребителей электроэнергии. Спасибо вот этой бригаде, потому что буквально вот в течение 3 дней они поставили столбы, протягивают вот эти провода. Я так думаю, если еще в течение 3 дней они закончат подключение, это будет очень хорошо. Это большой рахмет всем рабочим, всем, кто старается сделать нам жизнь лучше. Модернизация линии электропередач и строительство новых являются одним из приоритетных задач ТОО «Оңтүстікжарықтранзит». В Сарыагашском районе энергетики уже провели 34 километра линии электропередач различного напряжения. Для этого было установлено около 1100 столбов. Также обновлены 5 трансформаторов. Кроме того, мощность одной подстанции будет повышена с 2500 кВт-амперов до 4000. На сегодняшний день здесь работают 2 бригады по 10 человек. У них по 5 единиц техники. Это то есть автокраны, манипуляторы и другая нужная техника. В сельском округе Килис также проделана немало значительная работа. На сегодняшний день там обновлен 301 километр линии электропередач, 17 из которых это самонесущий изолированный провод. В ближайшее время планируется замена 9 трансформаторов. Сейчас сложную реконструкцию прошли 3350 метров сетей. 79 столбов были заменены. Вместо деревянных там установлены железобетонные опоры. Таким образом, данные работы, проводимые в строгом соответствии с утвержденным графиком, должны завершиться в сентябре этого года. В ТОО «Оңтүстікжарықтранзит» подчеркивает, что вся деятельность компании направлена на дальнейшее бесперебойное энергообеспечение жителей региона.